Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть во Flatout Ultimate Carnage. Так, а у меня в гараже что-нибудь есть? Ага, одна тачка. Слушайте, а может быть купить себе из дерби... Хотя нет, в дерби все фигня. А ну-ка, вот отсюда. Вот, купить себе Неваду. Давайте купим себе Неваду. Что все такое дорогое? Вроде тачка из этого, из предыдущего класса, а все денег стоит, хотя не так уж и много на самом деле. Я просто хочу, там в гранд-финале первая гонка — это дерби, и мне хочется пройти ее на машинке более для дерби предназначенной. Да и вообще, может, на Неваде пройти будет проще гранд-финал. Че я продавал? Надо было по одной машине из каждого класса оставить. Ну, в принципе, не так уж дорого все вышло. Еще 140 тысяч, 145 тысяч осталось. Так, поехали на Неваде. Гранд-финал попробуем пройти на ней. Отлично. У них сейчас тоже все машинки должны стать из серии... Серии Рейс. Кстати, на Неваде Фрэнк Мальков, да? Не, нас тут расфигачивают просто ломадешно. Софийка на Оке, все как старые, добрые. Временцы. Ну, тут меня уже перевернули. Ребята вылетают. Куда ж я еду? Вот же что, кандидат на вылет. И в меня влетели. Да, эпично. Ну, конечно, плохой результат. Я не понимаю, почему на самом деле. Но надо, наверное, не ехать вот в эту стартовую свалку, а пытаться ее как-то... Ну, или хотя бы вот так в нее въехать. Эх. Так, идут нам на лобовое несколько. Ага, вот так вот. Отлично. Левис Дюран в рикет. И нам засчитали, походу. Блин, уйдите все. Джек Бент, это что, дурной? Да куда вы мне в лобовуху вылетаете? Вам это невыгодно, не вылетайте поэтому. Блин, все разъезжаются. Да ну вас нафиг. Задолбали. Да ну нафиг. Кто вообще считает очки? Вот, я тоже убил. Вынес тачку. Эй. Да ну эй. Сейли Тейлор в рике. Так, кто ее вынес? Не я. Осталось двое. Ну, со мной... А, нет, трое. Я четвертый. Джек Бентон, ни единого. Вижу стоячую цель. Как он там смог выжить, блин? Это Джейсон Валкер. И сейчас ведь поедет и... И умрет где-нибудь. Есть. Рэя Картера мы таки достали. Только бы его еще с себя скинуть теперь. Джека Бентона чиркнули. Так, а Джейсон Уолкер... О, отлично. Джек Бентон раз. И Джейсон Уолкер два. Только он в рикет нам не засчитали. И это может на самом деле... А, не, нормально. Все, отлично. Отлично, прошли мы это дерби. Что, 50 тысяч? Оу, oh, е. Yeah.
А, 5000 или сколько? Короче, что-то нам написали дофига, а денег нифига не дали. Ну и ладно. И фиг с нами. Так, ну что ж, поехали дальше. Вот нравится мне машинка Невада. Вот она и по скоростным качествам-то не сильно хорошая. Да, мы, возможно, по ходу будем менять машины те, на которых мы здесь будем ехать. Кто нам бампер не подсел? А, я помню, это восьмерочка. Трасса восьмерка. Уйди. Да чё, чё. Так, Невада полноприводная. Ну, отлепляйся, что ли, от стенки. Чё, девятая А, четвертая. А я даже не глянул, кто там какой после этого дерби. Хорош, да поехали уже. И главное, и это Лейбин прожимает нитро. И прется тоже вперед. Ой, кто там улетел вообще далеко. Это Рэй Картер. Ну, ума есть. Ума есть, ума нет. Че, сила есть, ума не надо, так он. Так, третья строчка, и вот они, два лидера вообще рядышком с нами, можно сказать, едут. А это второй круг из четырех, значит, у нас есть неплохие шансы занять здесь первое место. Так, Джейсон Уолкер. Что же он такой быстрый, а? Эй, дрифт! Поехали! Да, надевать и дрифтовать тяжело, но ничего страшного. Отлично, он поехал по внешнему радиусу. Это меня сильно радует. Это значит, что мы его сейчас тут обойдем. А вот фиг тебе, фигушки. И фигунички. Да последний, кстати, сейчас круг. Это значит, что... куда? Езжай, зачем такой сильный занос? Да куда ты-то еще? Отлично, эти двое тут друг друга застопорили. И Джек Бентон уезжает, зараза. Сейчас мы по внутреннему радиусу. Давай. Нитро. Отлично, победа. Замечательно. Джек Бентон, как обычно, в фаворитах. Всегда и везде, ну кроме дерби. Там он, по-моему, не очень хорошую строчку занял. Сейчас посмотрим по турнирной таблице. Да, 6 очков. Ну хотя, наверное, и там неплохо занял, потому что всего лишь 6 очков. Так, едем дальше. Спидвей. Ну, спидвей, если что, поменяем. Если сейчас не получится, поменяем машину и пройдем на нашей стрит-тачки спидвей. По спидвеям она, конечно, получше будет, чем эта Невада. Ну, потому что у Невады просто скорость-то поменьше максимально. То есть на спидвее побеждает максимальный топ-спид. Видите, я их просто как бы я не старался. Я не... Ты чё, Салли? Вообще дурная, откуда ты там взялась? Как бы я ни старался, я не могу их догнать. Да, поэтому из этой гонки мы сейчас выйдем. Поменяем машинку себе. Гранд-финал, так, да, флотаут мод, гараж. Садимся на нашего санрая. И поехали, go race. И сейчас легко выигрываем этот спидвей. Вот. Чё, ребят, готовы к поражению? Так, вот сейчас главное ни в кого не впилиться, всех аккуратненько так обойти. Ага, в принципе, допустимо. Эй, ну, Рэй, тут же всего два круга, мне некогда с вами возиться. У меня не работает нитро, ребят. Оно что, сломалось? У меня не работает нитро. Вот, теперь заработало. А то не работало, я вам кричу, я нажимал,
Может, тут нигде, не везде можно нейтровать? Ну, сейчас мы, наверное, перезапуск сделаем. Какая-то лабуда у меня, на самом деле, прошла с нитро. Слушайте, а стоит им отдать должное, они неплохо едут. Так, ну ладно, больше я такого не допущу. Вот тут хорошо, конечно, тем первым двум-трем машинкам, которые едут. Потому как... Они, конечно... Ну вот зачем ты... Не, ехал отлично в правом ряду. Да ну надоели, ну чё за дрянь. Не, ну можно прямо ехать нормально, все, не таранить. Ну это флотаут, куда тут, конечно. Так, так все и поехали прямо. Так, первый круг готов. Блин, лидеры молодцы, конечно, уезжают здраво. Фиг догонишь, слушайте, у них что, скорость выше? Не, я не понимаю это, таких заяв. Как это я не могу выиграть спидвей? Нифига себе. Вот они вначале отрываются и все. Так, значит, сделаем по-другому. Сейчас вначале гнать не будем, наберем нитро, чтобы никого не задеть. Теперь на этом набранном нитро будем догонять лидеров. Хотя у нас, я же не могу больше, вот плохо, что есть топ-спид, ну то есть максимальная скорость. 258, она больше никак не едет. Вот, я прожимаю, 249. Почему? Вот непонятно. Вот кто-то там вылетел. Вот, я прожимаю нитро, а... Какая у нас позиция? Да ладно, четвертая. Ладно, раз не получается... Ну, не знаю, почему на самом деле. Что-то фигня какая-то. Ну, не хватает нам просто скорости. Максимальной. Вот просто видите, в чем трабло? Нам приходится прорываться через вот эту вот кучу соперников. Вот, которые тут вот это свалки устраивают. А Джек Бентон в данном случае, или кто там на первом месте? Они проехали сразу, спокойно. Ну, это, конечно, грубая ошибка сейчас была. Не, шестое место, и я не могу догнать. Ну, такое у меня первый раз. На спидвеях. Меня еще обходят. На этой машине все апгрейды там стоят. Все нормально. А, по-моему, я же менял. У меня же было заднеприводное, да? Купить себе какого-нибудь виномчика незадорого. Да на виноме проехать спидвей. Ладно, если сейчас не получится, а у нас сейчас я уже что-нибудь... Да ну отвалите. Нашу дивизию. Ну видите, мы вообще не можем ничего никак их догнать. Они тупо быстрее. Так, ладно, не будем себя насиловать. Давайте я сейчас куплю себе виномчика. Car Shop.
дерби. И мы на Веноме просто это дело все проедем. Да, я покупаю Венома. Теперь заходим в Upgrade Shop. Ну, почему Венома? Потому что он самый, ну, дешевый из быстрых тачек, наверное. И в то же время, ну, неплохой. И я думаю, на нем-то мы проедем без проблем. Ну, вон, у него скорость сейчас уже 4,6. Я, по-моему, один раздел пропустил. Вот этот. Да. Вот, 4,7 уже. На Веноме мы сейчас легко это все дело победим. Так, замечательно. Все, поехали. Ну чё, ребята, спидвей. Спидвей. Вон мы их обходим с самого начала. Хотя не обходим. Сейчас начнем обходить. Ну, не прессовать меня. А кто там на первом месте-то такой? Отстань-ка. Лейбин. Ну да, помнится, она была фаворитом. Вот. Сейчас. Вот так вот в поворотиках и... Вот так вот. Ава! И вау, телейбинг. Бах! Да, на Веноме победили, хотя было на самом деле, ну, не так-то уж и просто, но победили. Ого, нам сейчас еще кучу денег, что ли, дадут? Здорово. Так, что у нас дальше? Ага, дальше у нас дерби, паркинг. Поэтому заходим в гараж, пересаживаемся на Неваду и поехали дерби. Поехали, дерби! Дерби! Ну, на Неваде у нас шансов больше. Хотя можно было и на Веноме в дерби сгонять ради прикола. Хочу я ради прикола. Так, первый пошел. Это как раз-таки Джек Бентон. Не знаю, нам там засчитали... Короче, на кого-нибудь да попадем. Ну, в итоге особо ни в кого не попали. Ну ладно. Это ты что, реально со мной в лобовуху? О-о-о. А вам что, тут медом намазано? Слышите, вы мухи гребаные. Ого, не слабо мы Рэя Картера припечатали. Вот не люблю я, когда у меня фраг забирают из-под носа. Извините, конечно. Не, вот что вот они за мной едут? Ой, непобедимый, чувствую. Один готов, Васечка. Ну да, нас сейчас тут уничтожат просто. Ладно, давайте сделаем рестарт. Не хочу я тут разбиваться так. На Веноме бы нас тут вообще, наверное, разорвали. Не, чуть-чуть, на малом мы не впилились в софочку. Да ну блин, ты мудизень! Я так отлично ехал, а! На тебе, Рэй.
Это тебе для того мундизи. Кёртис Вульф, вы чё там меня? Джек Квентон в Рикет. Причем нами. Слушайте, может задом ездить? Уйди! Вот же сволочь, а. Нет, я сейчас этого Фрэнка Малькова, это тебе пизде. Прошу прощения. Я тебя уничтожу. Ну, впилитесь же в него кто-нибудь. Да не в меня, так. Фрэнк Мальков сейчас моя первая цель. Где он? Где он? Где этот? Скотина. На. Начали в итоге скити. Да рестарт, да блин, рестарт. А, ладно, рестарт. Уже уехать оттуда хоть. Опять. На тебе. Что-то так классно у них жизни отлетают. Ой. Так, есть. Да куда ж ты уехал? Ну тебе все равно поебать. Ну так хоть бы мне прах отдал. Лейпинг, отлично. Мне санданули ей в бочину. Сейчас я ее добью. Привет. Как жизнь? И следующий. Привет. Как жизнь? О, еще один есть вариант. Давай. Есть. Отлично. Фрэнка Малькова надо сандануть. Бам, хоть так. Так, ладно, пойду сейчас заберу фраг, с тобой потом разберемся. Кто там? Ага, Салли. Сейли Тейлор out of time, нифига себе. И чё, Невада на Неваду, и чё? Езжай вперед, а я у тебя на хвосте посижу. Езжай. Ага, вот это ты хорошо придумал. Иди теперь сюда. Куда ты поехал? Иди сюда. Иди сюда. Родимый, иди сюда. Бац! Так, все, ну по идее мы тут должны побеждать, да, конечно. Так, все, поехали дальше. Так, 40 очков у нас, нас отделяет. Гранд-финал, так, спидвей. А это значит, что нам, нет, не в каршоп, а в гараж. Веном, где наш Веном? Садимся на Венома и едем спидвей. Садимся на Венома и едем спидвей. В принципе, тут-то нам уже и побеждать не особо обязательно. Потому что у нас от Джека Бентона 20 очков отрыва. Хотя, конечно, победить всегда приятно. Эй, аккуратнее. Эти машинки. А тут всего один круг, надо уже обходить. Не объедешь ты меня, потому что ты фигня. Так, все, отлично. Спидвей на Веноме выиграли. Что там по очкам сейчас? Что-то нам дали 2,5, ну нормально. О, 50 против 30 очков преимущества. Спидбаул, ну давайте на Веноме тоже. Ну тут мне уже абсолютно пофигу на самом деле, какое место я займу. 6 кругов. Иди, куда поехал? Сейчас я тут буду всех, я играю в дерби. Я играю не в спидбаул, я играю в дерби. Ну, походу, спидбаул, конечно. О, кого-то, а, это колеса. Мне показалось, что это кто-то стоит. Как машина перевернутая на боку. Думал, сейчас в нее впилится. Ох, сейчас кто-то тут на перекрестке. А, Фрэнк Мальков попался под горячую руку. Замечательно.
Ой, я что-то смотрел, засмотрелся на карту. Не заметил, как я дрифтую. А чё я вообще нитру? Нитро надо тратить, чтобы кого-нибудь урезаться. Ну, просто. Да, конечно, веномчик заднеприводный. О, в кого там впилились? Слушайте, ну я надеюсь, хоть кто-нибудь-то выбывет из этой гонки. Слушайте, а вот если реально играть в дерби, ехать не в том направлении, разбить машину. А ну-ка, вот вы отсюда все едете, да? А я сюда поеду. Бацк! Джек Бентон. Не слабо мы его шандарахнули. О, Джек Бентон в ауте. Бам! Рэй Картер. Бам! Левис Дюран. Слушайте, а может реально всех выбить? Кто там, кто там, кто там? Эх. Левис Дюран. Так, ничего, 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 заезжаем. Эх, понизу проедет. Эх, ты, блин, сейлит. Ну, хоть вскользь цепанули. Ух, кто? Эх, Джейсон Уолкер, ушел ты от меня. Да что ж ты будешь делать? Сейли Тейлор в ауте. О, вот сейчас надо не пропустить. На, Рэй Картер. На тебе. Отлично. Кто? На! Эх ты, вскользь. Кете повезло. Так, кто? Почему тут никто не едет? На тебе, Лейбин. Эх ты, она прожала ресет. Так, разворачиваемся. Всем стоять, всем лежать. Так, мы сейчас неплохое место на самом деле займем, потому что Фрэнк Мальков еще будет. Эх, блин. Ну что, правильно еду, что ли? Эй, чуваки, вы где едете? Ага, вы едете отсюда. Но у меня уже колеса нет, поэтому я... Бах! Перед смертью еще шандарахнули. О, я на... А как это я на последнем месте, когда они все раньше вылетали? Видимо, во флотауте такая штуковина предусмотрена. Вот. Да, ну ладно. Зато повеселились. Но все равно победа. Вот. Ля, там еще кто-то пьедестал. Я думал, пьедестал наш будет. После такого. Так, все, мы побеждаем. Или не побеждаем? А что, еще что ли в гранд-финале? А, все, гранд... И даже никакой мультик, там, заставку, кубок, ничего не дали? А каршоп, открылись мега-машины? Почему они... Ребят, ну я не знаю, почему эти машины закрыты. Кто знает, тот, пожалуйста, напишите в комментах. Я уж даже не знаю. Carnage мод. А что такое Carnage? Keep on rolling, baby. Так, тут вот еще что есть. Офигеть. Ладно. Короче, Flatout мод мы, получается, прошли. Хотя у нас не открыты там все машины. И я не прошел, поэтому там несколько бонусных уровней. Но ничего, я их потом, когда открою машины, пройду. Кто знает, как открыть машины, вы мне напишите, хотя я, может, и сам разберусь. Ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.